Опасность подстерегает нас повсюду. Можно подскользнуться и сломать руку. Можно съесть что-нибудь не то. Можно заболеть каким-нибудь тараканьим гриппом. Безобразие. Нас окружает информация. С каждым днем ее становится все больше и больше. Телевидение, радио, газеты, реклама, интернет – все дают нам советы и учат нас жить. Мы думаем так, как нам говорят. Мы перестали сомневаться. Возможно, я ошибаюсь, но я задаю вопросы. Много вопросов. Все подвергаю сомнению. Потому что я скептик. Для того, чтобы прогноз был точным, нужно знать буквально минуту, в которую вы родились. Это ж какой умища нужен? Эх, дурят нашего брата. Все, кому не верят. Сейчас мы их всех выведем на чистую воду. И чей прогноз курса доллара точнее? Астролога или экономиста? Получается, все парламентские партии, которые мы с вами выбрали, за нас, за всех, за реформы, за порядок и процветание, за дружбу всех со всеми, теперь решили повыдавать нам оружие, чтобы мы сами друг друга перестреляли. Ты что, поломалась, что ли? В чем дело? Формулирование занадто неоднозначное. Могут заболеть все. Что-то не работает. Почему-то не страшно. Ведь представьте себе, что Всемирная организация здравоохранения вдруг выдает заключение. Марлевые повязки не защищают от гриппа. В то же время более 100 исследований подтверждают, марлевые повязки абсолютно бесполезны. Это обман, самовнушение. Ой, что бы тут началось? Обманули народ, нажились на беде, ах, мошенники. Статьи, прямые эфиры. Демонстрация обманутых покупателей под аптеками. Верни деньги! Верни деньги! Верни деньги! А тут тишина. Извините, у вас есть дети? Да? Скажите, ну, это случайно не вы научили ребенка не уступать место беременным женщинам в троллейбусе, нет? Нет, это сделал кто-то другой. Это не вы, не школа. Где он шляется? Ничего на веру. Требуйте доказательств и помните, что иногда очень полезно быть скептиком. Логично? Логично. Хотя и неверно. Производство компании Prime Vision. 2010 год.